спиральными называют один из типов приема передающих диапазонных антенн. Свое название они получили от формы основной части спиралевидного проводника, который питается от коаксиальной линии. Относятся они к классу антенн бегущей волны. Основными частями такой антенны являются спираль, экран и согласующее устройство. Спиральные антенны отличают также высокое входное сопротивление, которое может равняться 50 Ом, что позволяет использовать антенну с коаксиальными линиями без дополнительного оборудования. Диаграмма направленности состоит из двух лепестков, расположенных вдоль оси спирали по разные стороны от нее. А для получения однонаправленного излучения достаточно поместить спираль перед экраном или в отражающей полости. При работе на передачу спиральная антенна излучает поле с вращающейся поляризацией, которое будет в зависимости от направления на морде спирали вправо или лево поляризировано. А прием может вестись для полей с вращающейся поляризацией того же направления, что и у передающей антенны, либо для полей любой линейной поляризации. Касательно диапазонов, это могут быть луковые волны, дециметровый, сантиметровый диапазон. Впрочем, спиральные антенны используют также для связи Wi-Fi и очень часто в мобильной связи. Да, хорошо знакомы с сотовых телефонов, устанавливают небольшие антенны такого вида. Существует два основных типа антенн – плоская и пространственная. Выбор типа делается согласно предполагаемому диапазону волн. Плоская спиральная антенна состоит из двух проводников, закрученных в виде спирали в одной плоскости. Приемник или передатчик подключается к ее центру, чаще всего с помощью коаксиального кабеля. Пространственные также подключаются к коаксиальной линии, но имеют цилиндрическую или коническую форму. В этом случае центральный проводник линии подключается к проводнику антенны, а внешний – к плоскому металлическому экрану. Коэффициент направленного действия для первого типа обычно равен нескольким единицам, а для пространственных антенн – на два порядка выше. Возможно, наиболее распространенными являются пространственные цилиндрические антенны. Они обладают круговой поляризацией и большим коэффициентом усиления. Одним из плюсов спиральной антенны является то, что ее достаточно просто изготовить в домашних условиях. В отличие от антенны типа «волновой канал», спиральные не так требовательны к точному соблюдению расчетных размеров. Кроме того, при одинаковом усилении такие антенны меньше по габаритам. Возможно, поэтому часто используют в прекрасных радиостанциях, мобильных устройствах, а также на космических спутниках в качестве облучателей зеркальных антенн.